Друзья, я думаю, ни для кого не секрет, что старинные вещи стоят очень дорого. Заработать деньги на продаже антиквариата, старинных монет, можно с помощью аукциона Виолити. Здесь можно посмотреть цены, оценить свой товар, открыть торги и зарабатывать на этом деньги. Все ссылки на аукцион Виолити и канал YouTube будут в описании под роликом. Всем привет! Перед вами новинка 2019 года, 2 евро, Испания. Монета посвящена городу Авила. Давайте немного расскажу о городе. В эпоху Реконкисты Авила долгое время находилась на линии фронта, подвергаясь набегам как христиан, так и мавров, которые стремились обеспечить свою безопасность широкой полосой выжженной земли, в которую входила и Авила. После 11 века город окончательно переходит в руки христиан, окруживших его внушительной стеной. Благодаря тому, что королевский двор средневековой Кастили часто переезжал с места на место, Авила также иногда служила местом его пребывания. В 1465 году кастильские магнаты надругались в Авиле над чучелом короля Энрике IV. Авила также центр католической мистики, всемирно известный пользуется святая Тереза Авильская, большая часть мощей которой рассеяна по храмам и монастырям города. Итак, давайте перейдем к монете. Материал монет биметалл. Монета выпускалась на монетном дворе Мадрид. Здесь этот знак. Буковка М. Вес монеты 8,5 граммов. Диаметр 25,75 мм. Толщина монеты 2,2 мм. Гурт рифленый с надписями. Ориентация монеты медальная. Как медальку, вот так вот поворачиваем ее. И тираж ее составляет 1 миллион штук. Средняя стоимость на данный момент 210 рублей. На этом я закончу свой обзор. Кому понравилось, оцените, пожалуйста, лайком. Кому не понравилось, дизлайком. Кто не подписан на канал, подписаться. Все. Всем пока.